Микрорайон Авдотина успешно застраивается. Высотки появляются на каждом шагу. Этот новострой на улице Революционная введут в эксплуатацию через год. В доме 2 литера, всего 256 квартир. Цена квадратного метра – 39 тысяч рублей. Такое жилье называется социальным. Мы определили для себя ориентиры на развитие социального жилья. Причем мы занимаемся в данном жилом комплексе, строим эти квартиры с полной отделкой. То есть люди при вводе в эксплуатацию сразу могут въезжать в квартиры и жить. В 10-этажке комплекса «Малахит» будут только квартиры из одной и двух комнат. В ближайшей перспективе тут должно быть удобно. Сваи для магазинов били. По задумке в шаговой доступности будет детский сад. Пока обрис дома только вырисовывается, а 20% площадей уже выкуплено. Квартира приобреталась в экологически чистом районе. Здесь развита инфраструктура, хорошие подъездные пути и вблизи от центра города. Квартира будет однокомнатная на 8-м этаже. Большая комната, хорошая ванна, совмещенный санузел. Этот дом сдадут в эксплуатацию уже в декабре. Сейчас строительство на завершающей стадии. 4000 квадратных метров, 10 этажей, 72 квартиры. Застройщик побеспокоился, чтобы у жильцов были все удобства. У нас застройщик строит все по нормам. В результате люди приезжают в дома, а машин поставить некуда. И вот сейчас у одного из застройщиков предусмотрена многоярусная парковка. Монолитная. Мы надеемся, что она будет такой первой ласточкой в городе Иваново и будет решаться проблема с парковочными местами. Парковка будет состоять из 5 уровней, один из которых подземный. Рассчитана она будет на 300 машиномест. Этот объект быстро растет, так как строится при долевом финансировании. Десятки квартир уже куплены до ввода жилья в эксплуатацию. У властей большие планы на этот микрорайон. Сегодня будем обсуждать вопросы о развитии транспортной инфраструктуры этого микрорайона. С учетом того, что увеличивается количество жителей, понятно, что требуется расширение дороги и, соответственно, расширение количества автотранспортных средств, общественного транспорта, который этот микрорайон будет обслуживать. Социальное жилье наиболее востребовано на современном рынке. Ивановцы поняли, что вкладываясь в квартиру на начальном этапе ее строительства, можно существенно сэкономить. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.